После затянувшейся паузы, вызванной пандемией, фестиваль многодетных семей Щелково стал для его участников долгожданным. Самые смелые и активные папы и мамы, а также их непоседы, решительно настроены пройти увлекательные эстафеты. В универсальном спорткомплексе Подмосковья им будут помогать волонтеры из Звездного городка. С детьми очень интересно всегда работать, потому что это постоянный позитив они излучают. Они дарят столько энергии, что ты выходишь после мероприятия, и тебе кажется, что ты готов еще несколько таких десятки фестивалей отработать. На торжественную линейку перед стартами вышли 25 команд. Спортивный семейный праздник, посвященный Дню защиты детей, собрал на паркете многодетные и неполные семьи, семьи, в которых воспитываются малыши с ограниченными возможностями. Почетный гость мероприятия – депутат Мособлдумы Николай Черкасов, а также организаторы, в числе которых администрация округа, Ассоциация многодетных семей «Много нас Щелково», Общественная палата, спорткомплекс Подмосковье, произнесли ободряющие приветствия. Мы, как никто другой, понимаем, и сама жизнь еще раз подтверждает необходимость вот для таких семей чаще встречаться, дать возможность и детям найти себе друзей среди ровесников, показать и проявить свои таланты, умения. Зажигательное выступление лауреатов международных и российских конкурсов, воспитанников танцевально-спортивного клуба «Лидер Дэнс» из Мытища, Алены Братчиковой и Ивана Лучникова добавило ярких красок перед эстафетой. Была и занимательная разминка с клоуном и медведем. И вот долгожданные старты. Побеждает тот, кто выполнит задание быстрее других. Задор, дети с нами, вся семья, все рядом, прекрасная погода, отличный праздник. Мне больше понравилось хоккей и вон лесенки. Семья Ягумновых – самая опытная команда на соревнованиях, супругам по 47 лет. Мы очень рады, что мы попали на это мероприятие, потому что мы стремимся именно развиваться семьей. Это замечательно, когда семью объединяет, когда все вместе, родители и дети. Это самое лучшее, что может быть. Это семья. У нас команда единства, силы и духа. Когда мы едины, мы непобедимы. Как тут хорошо с семьей приехать и вместе повеселиться. Участники фестиваля – подопечные Ассоциации многодетных семей «Много нас Щелково», которые объединяет более 150 семей. Когда еще папа, мама еще примут участие в каких-то соревнованиях, для детей это очень, я думаю, важно и нужно. Мы очень старались сделать, приложили максимум усилий для того, чтобы мероприятие прошло на хорошем высоком уровне. В 3 номинациях, которые отличались лишь по числу участников, победители получили подарки, тюбинги, пляжные коврики, сумки, холодильники. Призеры тоже с сувенирами – бадминтон, набор настольных игр и мячи. Все, что нужно для семейного отдыха. Михаил Налетов, Валерий Жиглей. Щелковское телевидение.